Ну, так как я в политике не особо хорошо, так скажем, разбираюсь, но беженцев я считаю, что Россия должна принять. Вот, потому что, во-первых, это люди, которые пострадали, можно сказать, не из-за чего, да? Вот. Мирные люди, да, которые не должны были так страдать из-за каких-то там политических, так скажем, несогласий, да, друг с другом. Вот. А для России это хорошо, что столько народу приедет к нам с Украины. Будет больше народу работать у нас. И не таджиков, узбеков и так далее, а квалифицированных рабочих. Вот. Так что это хорошо даже для России.